Всем привет! И сегодняшнее мое видео будет посвящено пустым баночкам ноября. Начну с бытовой химии немножко. Закончился такой вот отбеливатель у меня и пятновыводитель. Я его беру в фикс-прайсе 51 рубль. Мне вполне устраивает. 400 грамм здесь. Есть еще белый такой с зеленой крышкой тоже. Но я не понимаю, в чем их отличие, поэтому беру и тот, и этот. Добавляю в стирку. Ну, нормально, конечно, супер-пупер там нет такого. Сильно застарелые пятна он тоже не выводит. Ну, помощь стиральному порошку вполне сойдет за такую цену. Еще из фикс-прайса у меня закончился вот такой вот освежитель воздуха. Он водный. Похож вот как фаберлики есть вот такие вот. Но цена, конечно, в 4 раза меньше. Очень мне понравился хлопок и сакура. Это у меня был. Он не содержит, как сказать, химических газов пропеллентов. Поэтому, как бы, вот даже когда разбрызгиваешь, если попадают куда-то там в нос, вот как от обычных освежителей, такого вот нету. Что чихать, там кашлять начинаешь, задыхаться. Очень такой приятный аромат сейчас. Уже второй такой открыла. Понравился мне. Буду брать еще. Надолго его хватает. Где-то, наверное, месяца на 3, наверное, мне точно этой бутылки хватило. Там 400 миллилитров. Так, закончилась вот такая вот у меня соль для ванн. Антистресс. Здесь было сколько грамм? 900 грамм. Луговые травы ярко-зеленого такого цвета, соль цветная, окрашивала воду в зеленый цвет. Такое вот ощущение было, как будто зеленки капнули. Ну, не очень так, я бы вам сказала. Я что-то не очень люблю такие окрашивающие средства. И вообще заметила, что после принятия ванны с солью у меня как-то она сушит кожу. Поэтому, наверное, пока повременю. Не буду покупать соли, у меня как бы нету в запасах. Ну, попользуюсь пока пенами. Так, дальше от Avon у меня закончились такая вот парочка, шампунь и бальзам. Уже в новом дизайне. Что-то у меня покорежилось. Знаете, новый дизайн, по-моему, придумали для того, чтобы сэкономить на упаковке. Потому что шампунь, по-моему, да, вот при первом открытии уже оторвалась у меня крышка. Очень тонкий пластик. Вообще, вот мягкий-примягкий. Не знаю, сэкономили очень. Раньше мне нравилось больше твердых этих бутылках. Ничего не отрывалось, не опрокидывалось. Как-то они вот очень легкие. Ну, значит, это был шампунь для любого типа волос. Ослепительный блеск. Сияние день за днем. Ну, шампунь как шампунь. Хороший, как и все из этой серии. Ну, запах мне не очень нравится у Advanced Techniques. Но терпимо, как бы. Моет хорошо. И проблем после него никаких нету. Поэтому... Ну, и в пару к нему я брала вот такой вот бальзам. Кондиционер. Ну, в общем-то, я знала, что он не смываемый, но здесь на бутыльке нигде не написано. Это можно прочитать лишь вот здесь вот. Вот. Поэтому... Или здесь даже не написано. Я что-то даже и не вижу. А, ну, не написано даже не смывать просто, да? Нанесите на чистые влажные волосы и уложите волосы, как обычно. Я думаю, что он сильно не пользовался спросом, когда здесь было написано несмываемый. А так, ну, люди обычно берут в пару, да, одинаковые шампуни, бальзам. И поэтому, я думаю, что они решили не писать, а тут уже потом человек возьмет и деваться некуда будет. Ну, в общем, я им пользовалась как смываемый, но смываемым, но он очень жидкий, вообще вот как вода. И в ладонь вот его наливаешь, в общем, до головы донести нереально. Все сквозь пальцы утекает. Приходилось просто на голову вот так вот лить его, распределять. Ну, и немножко посижу там, как бы. Мне самое главное, чтобы волосы расчесались после шампуня. И все.
Ну, брать не буду больше. Бальзам, по крайней мере, точно. Шампунь, может быть, возьму. Но насчет сияния, я не знаю, как бы у меня волосы были свежеокрашенные, поэтому блеск и так был. Шампунь, не знаю, поддерживал он там или что делал, понятия не имею, поэтому вот так вот. Так, еще для волос маска закончилась, тоже от Advanced Technique, все ее хвалили. Ну, в принципе, хорошая маска, 150 мл, она густая, это с маслом органии, по-моему, ага, и витамином B5 и Е. Хорошая маска. С удовольствием попользовалась. Будут какие-нибудь акции, буду брать еще. Удивляюсь, что я столько лет Эйвоном занимаюсь, и за эти года даже ни разу ее не брала, не пробовала. Так, еще у меня закончился тоже от Эйвон. Такой вот смываемый лосьон-кондиционер. Он уже не представлен в каталогах. Только в распродажах еще бывает. В распродаже у него цена около 80 рублей. В принципе, нормальная. Я его и раньше брала, и Нивею брала. Потом, вот, когда в Эйвоне появился, стала в Эйвоне брать. И мне он, в принципе, нравится. Только смывается он не очень... Ой, в смысле... Не то, что смывается, а быстро расходуется, хотела сказать. Вот. А смывается он хорошо. Хорошо увлажняет кожу, поэтому, ну, может быть, как-нибудь повторю сейчас, пока как бы без надобности. Так, закончился вот такой крем от Faberlic Beauty Cafe «Спелая смородина». Это крем для ног. Ну, если честно, впечатление не произвел, как бы. Ну, он такой увлажняющий, с освежающим ароматом написано. Ну, как-то для моих ног вот ни о чем, поэтому повторять я не буду. А насчет хвалебного аромата спелой смородины, я вот его не узнала, если честно. Для меня пахнет виноградом, причем достаточно химозным таким. Вот так. Здесь еще вот такой вот гель для душа, там уже одни пакетики остались. Закончился. Здесь 200 миллилитров, кажется, маленькая такая. Ну, израсходовался он тоже достаточно быстро, потому что, ну, как бы жидковатый такой. Но вот за 30 рублей у него цена вполне даже приличная. Можно, ну, как бы удобный такой формат, что взять куда-то там с собой, не знаю, в бассейн там или в баню или еще куда-то. Аромат заявлен фруктовый. Ну, он, да, такой как бы фруктовый, но какой-то необычный фруктовый. Интересный такой аромат. Ну, в принципе, можно брать. Их там много, по-моему, видов таких. Вот. Так, закончился еще у меня такой крем для рук «Сокровище пустыни» от Avon Planeta Spa. Это у нас восстанавливающий крем для рук с марокканским органовым маслом. Классные крема, мне вот эти вот вообще очень понравились. Сейчас опять на них акции будет в 17-м каталоге, набор 329 рублей. Девчонки, возьмите, не пожалеете. Очень классный, конечно, маленький, что уж говорить, но... Я прям тащусь, если честно, от этих кремов. Вот здесь еще чуть-чуть осталось мне на раз даже. Как это я не выдавила. Он просто белый. Но у этого крема аромат такой специфический, конечно. На любителя. Но хорошая такая дорогая отдушка. Он густой. Очень классный. Вот. Оливковый еще не пробовала, правда. Но вот эти понравились. Так, значит, закончились еще такие штучки. У меня их уже 100 раз про них рассказывала. Особенно для рук. Ну, сейчас не стала пока брать, так как взяла скраб. Это у нас идет пилинг для рук и питательная маска. Сыворотка для рук и ногтей. Ну, вот этого пакетика мне хватает на 2 раза. Ну, причем так хорошо прям намазаться. Пилинг вообще классный такой он. Как сказать, хорошо скрабирует он, и много у него там скрабинок, в общем, ну, суперский. Жалко, что нет тут в полном объеме. Ну, маска я наношу, потом
где-то через час, но все равно, пока еще не сплю, потом иду смываю, потому что не люблю, когда ощущается это вот на руках. И взяла еще потом для ног такой же наборчик, вот скраб для ног и маска. Скраб, кстати, написано-то здесь разное все, но на самом деле абсолютно одинаковые продукты. Ну, для ног, наверное, слабоват все-таки такой скраб. Ну, в принципе, у кого не слишком проблемные ноги, подойдет. И маска тоже понравилась мне, хорошая. Стоит около 50 рублей такие пакетики. Если где-нибудь увидите, обязательно попробуйте. Не пожалеете. Под носочки тоже хорошо будет. Так, потом взяла вот такую... использовала. Это был скраб для лица от Комплимент с гиалуроновой кислотой, в общем, против жирного блеска. Не понравился абсолютно. Он такой как бы кремовый, зеленого цвета, с какими-то там скрабинками черненькими. Но быстро-быстро намазала и быстро-быстро смыла, потому что запах вообще убийственно отвратительный. Не знаю, как таким вообще можно лицо мазать. Даже не знаю, чем пахнет, но очень неприятно. И вот такая вот маска от New Clinical, это ночная маска для лица. Ну, если честно, вот я не поняла как бы за один раз, может быть, если бы несколько раз я попользовалась. Ну, это ее как крем, в общем, наносите на ночь и не смываете. Ну, немножко ощущение липкости было, и утром как бы ощущалось на лице, приходилось смывать ее. Ну, а так, в принципе, там такие маленькие микрочастички, такие как капсулки. При нанесении на лицо они, как бы, я думаю, лопаются. Там что-то типа маслица, наверное. Вот это был пробник. Так, салфетки КТ. Тоже хорошие салфетки. Теперь я их беру постоянно. И несколько тут у меня пробников от Oriflame, по-моему, Faberlic. Так, это, значит, был инкогнито от Faberlic. Очень приятный аромат, вообще классно, понравилось мне. Мне нравятся Faberlic пробники. Большие они, сейчас уже не открою, руки жирные. И здесь маленькая дырочка такая, что позволяет, ну, как бы долго им пользоваться. Чего не скажешь о Oriflame, тут дырка огромная, поэтому как только чуть-чуть ливанул, и все, весь пробник за раз уходит. Divine тоже мой любимый. Иногда беру пробники, очень нравится аромат. Ну, я описывать их не буду. И Enigma. Тоже обожаю. Сейчас в 16-м каталоге на него хорошая цена. Думаю, приобрести или нет. Ну, скорее всего, наверное, не буду, потому что и так уже много водичек и всего. Хоть бы это все использовать, как бы денег лишних тоже. Вот, вроде бы все. Сейчас посмотрю. Нет, еще один какой-то тут. Даже два. Вечно у меня пробники в мешке остаются. Так, это у меня от Avon Dazzling Moments. Тоже уже ушла из каталога эта водичка. Ну, пробники еще на сайте болтаются в распродаже. Классный такой свежий, фруктовый. Он какой-то зимний, как замороженные какие-то фрукты, аромат. Вообще вот жалею, что я ее не взяла все-таки. Она всего год, наверное, была представлена в каталогах, потом в распродажах сколько болталась, так я и не созрела. В общем, теперь созрела, но уже поздно. И еще от Faberlic тоже Aura или Aura, не знаю, как правильно. Тоже вообще классный парфюм, очень мне нравится. Как-нибудь я, наверное, все-таки его себе приобрету. Дорого так звучит, хорошо держится. В общем, вообще полила одну кофту свою, ну, теплую шерстяную. Вот она мне висит в шкафу, я достаю и уже который раз одеваю, и до сих пор он пахнет. Наверное, ну, пока не постираю будет. Вот все пока мои баночки за первую половину ноября. Вторую часть уже отсниму в конце. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!